Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что мы делаем сейчас на данный момент. Смотрите, я дошел до 244 уровня, это без вклада рубинов. Сегодня будет эксперимент у меня один. Я купил по акции 300 рубин. И хочу посмотреть, что нам дадут в рулетке. Один раз, если прокрутить за 300. По поводу турнира, я, наверное, уже прекращаю играть. Достаточно. 244 уровень. Вполне нормально. Здесь уже идут все донаты. И еще будут. У меня была задача взять эти два приза. За этим я даже не собираюсь сражаться. Не вижу смысла по защитным сооружениям. С турниром мы заканчиваем. И кто-то там писал, что очень трудно дойти до какого-то уровня, если будете пропускать, играть по схеме. Нет, друзья, это все реально. Можно дойти. Мне давали несколько раз плюс 10. Спасибо разработчикам. Меня это все устраивает. Феникс у меня. Сейчас давайте посмотрим, сколько у меня Феникс тут. Успел я его прокачать. Так, герой. Он у меня 12 уровень. Способность у меня 5. И 2 здесь. Все. Я думаю, что больше нет смысла играть. Меня вполне это устраивает. Ну что, друзья, давайте мы посмотрим, что же все-таки дают за 300 рубин. Я раньше крутил по 300, но вот у меня есть ровно 300. Ради эксперимента. Хотя я вообще не рекомендую открывать за рубины. Но это так, мне сегодня хорошее настроение. Я решил сделать видео и купить рубины по акции. Ну что, поехали. Ну давайте посмотрим, стоит ли все-таки крутить по 300 или нет. Так, ну что у нас тут? Это у нас все идет на ресурсы. Так, 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 так. Ну, есть немножко. Крутанул. Ну, очень мало. И всего лишь, видите, дали нам 52 рубина. Не знаю, если как выгодно, невыгодно. Но я вам скажу, что кто располагает большим количеством денег, то у того есть более шанс вытащить и джекпот. Потому что джекпот вытаскивается вот так. Отлично. Джекпот мы не взяли, но я говорю, что здесь нужно будет очень долго крутить за 300 рубин. Так, и что у нас тут в подарке? Я просто уже не хочу играть, надоело мне. Вот этот не выпал почему-то. Странно еще. Ну, есть еще время, конечно. Ну, давайте попробуем мы его за рубины вытащить. Дадут, не дадут. Так, не хотят. Че он такой злостный? Главное, этот бесплатно у меня выпал. А этот не хочет сейчас выходить. Ну ладно, давайте попробуем еще раз. Не хотят. Ну, здесь на Феникса дали. Да я вообще не вижу смысла вот крутить на Феникса вот эти все по 10 рубин. Все, больше нету денег. И не собираюсь тратить больше. Ну что, давайте посмотрим, что у нас тут с Фениксом. Улучшим способность. Еще можно улучшить способность. И здесь. Так, что-то у меня батарея садится. Так, ну что. Давайте, я не посмотрел.
Ну, в принципе, нормально. Но я как и говорил, что Феникс, ну, он не нужен. Ну, будет пару атак будет с ним. Ну и все. А так сражаться с ним за каждый вот турнир. Я даже если на маленьких уровнях нет у вас героя, ну, конечно, вы все равно сражаетесь в турнире за подарки. Вы все равно же будете брать Феникса. Так что я говорю, что вы без склада рубинов спокойненько можете его взять. Не обязательно вам. Здесь единственное, что разработчики сделали, что нужно улучшать способности за рубины. Потому что в подарке у меня, видите, сколько там, до 5-го я успел, мне приходилось здесь. Чем выше уровень, давайте мы зайдем вот сюда и посмотрим. Вот у меня был сколько там, 200, какой уровень. Вот столько мне сейчас предлагает. 21 и 12 на способности. Есть еще 5 дней. У меня оставалось, конечно, где-то около 7 дней. У меня был нормальный уровень уже. Я дошел до 230 уровня. И вот примерно 21 и 12. Ну, не знаю. Ну, не нужен этот Феникс вообще. Но вы все равно, друзья, успеете прокачать его до... Ну, это у меня первый раз я дошел до 244 уровня. Обычно у меня было так, 180. А в этот раз что-то у меня было много бутылок, в этот раз было 1800 рун. У меня где-то так приблизительно вышло около 50 бутылок. И я в этот раз открывал по-другому. Открывал по 3 бутылки и не открывал все сразу, как я раньше делал. Ну, не знаю. Ну что, ладненько, давайте посмотрим, что у нас тут пришло. Если у меня что-то тут улучшу. Сейчас я посмотрю, есть золото, есть золото. Давайте посмотрим. Так, тут ничего нету. Наверное, буду улучшать на слона, потому что он стоит больше 3-5 миллионов. Они идут, кажется, до 36 уровня. Не все, может быть, и эти идут на 36, а другие, может, поменьше. Ну, посмотрим. Так, ну давайте защиту посмотрим. Мало. Ну и на ресурсы. Здесь вообще очень мало. И очень редко приходит на ресурсы. Ну, в принципе, нормально. Ну и говорю, что, друзья, постоянное вымогалово вот этих денег, чтобы мы тратили на рулетку, это, конечно, проблематично. У кого-то денег вообще нету и будет очень долго их прокачивать. Я иногда, я вообще очень редко трачу, но просто хотелось посмотреть и сделать видео, сколько дают все-таки за 300 рубин. Выгодно это или невыгодно? Но я вам скажу, что есть шанс вытащить и джекпот. Очень редко, но бывает. Многие так и вытаскивают. Закидывают сюда около 5000 рубин. И давай тягать. А бывает джекпот до 36 тысяч. Ну я не знаю, многие выигрывали из соседних братств, я видел. Мне скрин выкладывали. Брали джекпот. Но джекпот можно только так вытащить. На арене сейчас я атакую только рыцарями. Вам, не знаю, есть смысл показывать видео, как я атакую. Я скидываю БД героями, скидываю боевой дух где-то до 2300, до 2200 бывает. И все нормально происходит. Я никакую другую армию не нанимал. Мне, в принципе, хватает. У нас идет бой каждые 17 минут. Если есть свободное время, я играю. Ну что, у нас есть декорчик. Давайте мы посмотрим, что это. Давайте посмотрим, куда мы его можем воткнуть. Часики, я его вообще хотел, но он мне выпал бесплатно. А вот этот почему-то, цапля это, не выходит. Непонятно, что это. Плюс к исходящему урону исцелению воинов хаоса. Ну, хаоса это у нас, друзья, самый мой любимый, это гоблин. Его обязательно нужно вытащить. Но видите, не получилось. Даже с рубинами, там сколько было? 50 рубинов и не вышел. Ну ладно, ничего страшного. Я самое главное хотел вот этот. Так, плюс к атаке защитных сооружений. Ну понятно. Мы его, например, устанавливаем
Вот, на башню смерти. Давайте мы зайдем, посмотрим. Так, сейчас он не достает отсюда. Нет. Улучшить. Так, у меня получается 636. Сейчас давайте посмотрим. Так, установили. Заходим. Так, что-то я не понял. Еще раз зайдем, посмотрим. Плюс 10 к атаке защитных сооружений по воинам хаоса. А, ну, друзья, понятно. Это не те атакующие, которые прибавляют вам. Например, оно в игре само срабатывает. Это сейчас я найду, какой более ценный. Сейчас, если я его увижу здесь. Здесь их столько. Ну, давайте мы вот сюда, вот этот пойдем, посмотрим. Вот этот у нас. Плюс 15 к атаке защитных сооружений. Так, достает. Вот сюда он пойдет. Улучшить. И вот смотрим. И получается у меня 700. А было 36, да? Сейчас уберем. 636. Получилось там где-то около 700. Вот такие, да, друзья, они самые хорошие. Эти тоже нормальные. Может быть, какая-то реакция и срабатывает. Но я вам еще раз говорю, что неизвестно, работают они, не работают. Здесь уже неизвестно. Ну что, друзья, это было такое коротенькое видео. Стоит вам крутить эту рулетку, не стоит? Мое личное мнение, что нет. Рано или поздно вам что-то выпадет. Бесплатно. Мне за бесплатно выпало всего лишь где-то около 3 декоров. Все, больше нет. Я хочу, чтобы мне один раз выпало хоть бесплатно именно сундук с драконом. Многие мне его даже сегодня мне скинул друг, что выпал ему дракон на сундуке. Это круто. Ну что, друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья.